Привет от Полонского, слава Украине и хорошие новости, ребята. Полностью освобожден от фашистов Ирпень. Сегодня вооруженные силы Украины, а также территориальная оборона Ирпеня полностью выдавили путлеровцев из города. Значит, надо отметить, что последние где-то недели две часть Ирпеня, где-то порядка 30% города, была захвачена фашистами российскими, и за нее все время шли бои. Вот сегодня зачистка окончена, но людей пока туда не пускают. Во-первых, потому что идет зачистка дальнейших населенных пунктов, имеется в виду Гостомель, имеется в виду Буча и Ворзель, конечно же. Да. И вот эти четыре населенных пункта, они на очереди, и там идут бои. До Ирпеня там буквально два шага. Мощун тоже зачистили. Ну и, соответственно, пока прилеты есть по Ирпеню тоже, людей туда не пускают, потому что там чрезвычайно опасно. Надо сказать, что я разговаривал с людьми с Гореничей, они находятся за Ирпенем, и они говорят, что несмотря на то, что село находится в пределах населенных пунктов, которые контролируются нашими войсками, российские фашисты очень часто обстреливали его из градов, и Гореничи наполовину просто сметены. Также очень сильно перепало Пущеводице, туда залетали периодически снаряды. Случайно, не случайно, я думаю, что не случайно, потому что путлеровцы обстреливают специально населенные пункты. То есть Пущеводице тоже перепало, но больше всего пострадал, конечно, Ирпень, и сильно пострадали Гореничи. Еще раз повторюсь, Ирпень мы освободили. Слава Украине!